Следующий просматриваемый мною отель называется «Изабель». Насколько я читал про него раньше, он сделан в стиле канарской деревушки. Номера состоят из апартаментов, бунгало. Рекомендуется для семейного отдыха. Сейчас мы его посмотрим. Отель действительно выглядит как какое-то своеобразное поместье. Не похож на остальные высотные испанские отели. Этот домик не относится к отелю, это напротив. Но тем не менее, вот такой пейзаж вокруг. Достаточно уютный городишко. Здесь при отеле, как я понимаю, прокат байков. Серенький отель, это Анапа Коста Сур, который мы только что смотрели.